До Кунгура надо было ехать часа 2,5 и сменить несколько проколотых колес по грунтовке. Всегда брали 2 запасных колеса. Губернатор Олег Чуркунов вспоминает, как тяжко было водителям еще до строительства ныне существующей федеральной дороги Перми-Екатеринбург. А вот уже и она исчерпала свой ресурс. Впрочем, замену старушки готовят полноценную. Олег Чуркунов смело ведет машину по новому обходу Лобанова. Земляное полотно готово на протяжении всех 7 километров. Отдельные участки уже с асфальтобетонным покрытием. Вот мы с вами выезжаем, как я понимаю, на асфальт уже. И тихонечко по нему пошли. А это вот тот самый переезд, который держит дачников летом, а всех остальных зимой. Глава региона отмечает это, проезжая по возведенной над железной дорогой эстакаде. С ней исчезает всякая необходимость стоять в пробке, пропуская поезда. Готовность обхода Лобанова уже сегодня 60%. При этом Олегу Чуркунову удалось договориться с Росавтодором о выделении дополнительных 400 миллионов рублей из федерального бюджета, чтобы завершить строительство в кратчайшие сроки. Первоначальный срок сдачи в эксплуатацию обхода Лобанова был намечен на 2014 год, но дополнительное финансирование приблизило заветную дату на 2 года. Уже в 2012-м водители получат в свое распоряжение дорогу категории 1А, единственную дорогу столь высокой категории не только в Прикамье, но и на Урале. Это 6 полос движения, обязательный барьер безопасности, освещение на всем протяжении магистрали. Есть и задел на следующие после обхода Лобанова участки. 6-полосную трассу будут строить до Каянова. Сегодня и перспектива следующий участок, он тоже как бы на слуху сегодня и в Росавтодоре, и в Минтрансе. Причем губернатор очень часто взбадривает, поэтому сегодня в декабре решится вопрос по проведению аукциона на 2-й пусковой. Дорога Перми-Екатеринбург – дорога жизни. Ее реконструкция крайне важна, отмечает Олег Чуркунов. И нужно приложить максимум усилий для того, чтобы магистраль поскорее заработала. Сейчас федералы увидели, что, в общем, дорога строится качественно, быстро. И только слова благодарности в их адрес они подбрасывают постоянно денежный ресурс. Благодаря этому дорога строится гораздо быстрее, чем планировалось. Я очень надеюсь, что и в дальнейшем также будет сфинансирование. Ближайшая перспектива видна ясно. У строителей год, чтобы довести обход Лобанова до ума. А пока они это будут делать, время терять нельзя. Олег Чуркунов поручил заранее проработать вопрос по организации движения по 6-полоске во время следующего дачного сезона. Елена Закирова, Александр Хробостов, телевизионная служба новостей.